Привет, дорогой друг, ты смотришь «Будни студенческой весны». Меня зовут Роман Блинсков. Сегодня второй день фестиваля. Сегодня выступает Институт фундаментальной медицины и биологии, Институт геологии и нефтегазовых технологий. Самые мощные институты по программам и по группам поддержки. Много от них отзывов, много драйва, эмоций можно получить, находясь здесь сегодня в Униксе. Мы уже получили, когда только вошли. До зала мы еще не дошли, но сейчас мы дойдем, чтобы пообщаться именно с выступающими, со зрителями, с группами поддержки, чтобы получить этот драйв, этот заряд позитива практически на весь весенний сезон, чего я очень хочу получить. Так что я пойду опробую на себе ту энергетику, которую дает группа поддержки, которую дают сами участники. А ты, дорогой друг, смотри нашу программу до конца, будет очень интересно. Я уверен, ты зарядишься этой же энергией и даже больше. И действительно, атмосфера, которая царит в Униксе, просто запредельная. Как только мы вошли в зал, нас накрыла огромная волна позитива. А импульс этой волне задавала группа поддержки Института геологии и нефтегазовых технологий. Ну что ж, друзья, мы нашли самую большую группу поддержки вообще за всю историю КФУ, Казанского федерального университета. Это группа поддержки Института геологии и нефтегазовых технологий. Это их предваритель Азат, если можно так сказать. Азат, тебе привет. Как готова ваша группа поддержки к сегодняшнему выступлению? Наша группа поддержки, как всегда, готова отлично. Мы репетировали, мы распечатали кричалки, их выучили. Вот футболки, как вы видите, и так далее, раскраска боевая. Вы будете, то есть, поднимать моральный дух тех, кто выступает сегодня? Да, конечно, это суть. Главная суть заключается в том, чтобы поддержать наших выступающих, чтобы взбодрить их, чтобы они чувствовали себя более уверенно на сцене. И, ну вот, и... Ну и сами получаем от этого удовольствие, что все-таки приносит в какую-то лепту свою, вносим в это мероприятие. Предлагаю начать прямо сейчас получать это удовольствие. Для примера покажи, пожалуйста, какие кричалки приготовили твои ребята. Ну, давай. Давайте, ребят, кричалка номер один. На счет три. Раз, два, три. Геофан! 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 Сразу оживился зал, сразу оживились кулисы. Хорошо. Одна есть, а посложнее что-нибудь, не из одного слова. Посложнее? Третью давай. Давайте, третья кричалка. Все нашли? Раз. Ты должен знать читать, самый лучший геопарк. Мощно. Ну что ж, я надеюсь, что ваши ребята сегодня выступят тоже очень мощно. Вам удачи. Спасибо. Поддержите свою команду. Ну что ж, мы пойдем за кулисы, посмотрим, как готовы ребята. То, что творится за кулисами, не передать словами. Девушки в шикарных костюмах, итальянские модельеры отдыхают. Парни с модельными прическами, подкрашенными глазами. Для меня, конечно, это странно, но выглядит красиво. Но больше всего мне запомнились Рита и Настя, которые действительно поймали свою самую настоящую мистическую волну. Все мы братья родные, танец о любви, о братстве, о семье, о племени. Никогда не думал, что найду людей, которые еще при жизни обретут душевный покой, но в этот день чудеса случались, как, например, с Артуром. Со мной случилось невиданное. Я обрел покой душевный и, не знаю, я просто изменился в себе. Это образ звездочета, я персонаж игры на смартфоне. Да, пока только один геофак. Попробуем пройти в нижние гримерки, чтобы найти биологов. В гримерках ФМИБа мы нашли самого колоритного персонажа дня первокурсника 2015 года. Привет, к сожалению, я забыл тебя, как зовут, напомни, пожалуйста. Меня зовут Михаил, Михаил Викторович. Я студент Института фундаментальной медицины и биологии. Что в этом году будешь показывать? Ой, в этом году очень насыщенный концерт. Я буду как в видео, как и в конференции, как и в стеме. Ну, амплуа у тебя получается такой же, как и было полтора года назад, можно сказать, когда ты из шкафа вылезал, это все в пестром был. Нет, сейчас немножечко другой формат. Поспокойнее стало, да? Да, здесь кино, год российского кинематографа, все-таки это не только веселая комедия, это немножечко и продуманный сценарий, это интересные диалоги, что-то в этом роде. Что правда, то правда. Сцена действительно никого просто так не отпускает. А ведь я помню, как Миша начинал свой путь на сцене Уникса. Да! Да! Поздравляю! Вы стали участниками шоу «Хочу в КФУ»! На этом бенефис Михаила завершен. Теперь перейдем к номерам. Что мы только не видели, и красочные танцы, и шикарные песни, даже целое приключение с индейцами. Хотя, что я вам тут рассказываю, сейчас сами все увидите.
действительно шикарные. Самое веселое было после первого концерта. Геофак дает знать всем о себе. Мы тоже, говорит, закончили. Ну что, ребят, поздравляюсь, отстрелялись, можно сказать. Как ощущения, эмоции? Все, что есть, короче, выкладывай. Это просто все, все эмоции вот на сцене отдали. Вот, вот здесь вот все, что было, все, все осталось. Здесь годы, годы тренировок. Да, годы тренировок. Да, месяцы репетиций и все здесь на сцене. Надеюсь, зрителям понравилось. Аж до слез пробивает, не да. могу. Ну, на самом деле... На сцене, понимаешь, захватывает дух, перед тобой такая большая аудитория, которая все смотрят на вас. Все болеют. Да, спасибо все болеют. Болельщикам. Спасибо большое нашему Геофаку, то, что они так хорошо поддерживали наш институт с нашим выступлением. И мы счастливы. Да. Думаю, после такого концерта надо отправиться в холл поинтересоваться у зрителей. Ну а теперь я хочу узнать мнение зала, тех людей, кто смотрел первую часть концерта. Давайте попробуем их найти. Вот я думаю, вот эти товарищи мне сейчас расскажут. Здравствуйте, девушки, вы были сейчас на концерте? Да, да. Расскажите, пожалуйста, ваши впечатления. Хороший концерт, все понравилось. Я, по-моему, всегда очень хорошо выступаю. А чего ждете от этого фестиваля в общем? Вот сейчас идет только второй день, еще как минимум неделя будет. Будете еще приходить? Да, мы какой год уже приходим? Пятый год, да, уже. Подводя итог, хочу сказать, что геофак и биологи практически в прямом смысле слова смогли зажечь Уникс. Ну что ж, на этом второй день студенческой весны подошел к концу. Большое спасибо всем тем, кто смотрел наш выпуск. Большое спасибо участникам, если вы нас смотрите. Вам огромное спасибо за сегодняшнюю энергетику, за сегодняшний драйв, эмоции и все хорошие биты, которые только себе придумаете. Все в ваш адрес. На этом все. Меня зовут Роман Блинсков. Смотрите будни студенческой весны на нашем телеканале каждый будний день после концертов. Увидимся.